Основная задача страховых медицинских организаций – представлять и защищать интересы граждан, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. Компания «Медика Восток», которая отмечает свое 25-летие, успешно работает, в том числе и в Курагинском районе. Наши страховые компании застрахованы население практически почти всего Курагинского района. Это 42 тысячи населения, и лишь часть только застрахована в других страховых компаниях. Наша страховая компания всегда занимала первые места по России и в числе первых по краю. Можно выделить четыре основных направления работы страховых медицинских организаций: оформление и выдача полисов, ведение реестра застрахованных, то есть прием, обработка, проверка и оплата представленных медучреждениями документов на обратившихся за помощью, контроль за объемом, сроками, условиями и качеством оказания медицинской помощи застрахованным. В настоящее время забота страховой компании о застрахованных проявляется и в том, что специалисты на местах следят за тем, чтобы граждане берегли свое здоровье и проходили вовремя диспансеризацию. Страховая компания занимается не только выдачей полисов, но и обеспечивает индивидуальный контакт с застрахованными, приглашает на диспансеризацию тех людей, которые подлежат диспансеризации, это чей возраст делится на три. Диспансеризация проходит граждане с 21 года до 80 лет. Страховая медицинская организация – профессиональный представитель интересов застрахованных. Обращаться в свою страховую медицинскую компанию «Медика Восток» можно и для консультирования при возникновении проблем. Страховая компания защищает права граждан. И если есть какие-то вопросы по поводу здравоохранения, то застрахованные могут обратиться в страховую компанию, и мы окажем необходимую помощь. Если люди считают, граждане считают, что есть нарушения какие-то, что их неправильно обслуживают, это можете обратиться в свою страховую компанию. Я хочу поблагодарить жителей Курагинского района, которые выбрали страховую компанию «Медика Восток» и получили вот такие единые полисы именно у нас. Большое спасибо вам!